Сижу я как-то в понедельник, сижу, включаю такой бездельник. Вдруг собирался лечь во спать, сначала книжку прочитать. Но тут приходит дверь и белка, не то что белка, просто стрелка. Не то что стрелка, просто рысь, по виду ей не скажешь брысь. Она вошла и тут же сразу произнесла такую фразу: послушай, брат, мне сколько лет, через секунду дай ответ. Сказал 15, она же начала смеяться. Но ты лох, но ты лох, понять мой возраст ты не смог. Но тут заходит мой приятель, не то поэт, не то писатель. Я говорю ему: поэт, вот этой белке сколько лет? А он в ответ: не то не белка, не то что белка, просто стрелка. Не то что стрелка, просто мышь, такой не скачешь, белка, краш. Тут я назвал число большое, число нулей и все такое, число огромное, как слон. Я попу ж мапель Антон. Excusez-moi, s'il vous plaît, je parle français, mais très mal, je comprends tout ce qu'on me dit. Mais j'ai des difficultés de m'exprimer. А белка дрыгает хвостою и молвит мовою простою: вы заблуждаетесь, Антон, не квинтильон, не квинтильон.